Кстати, в этом видео я вам расскажу, как легко, просто и быстро сделать вот такие вот лапки с помощью дотса. Итак, нам понадобится белый лак, дотс и палитра или крышечка, куда вы нанесете этот белый лак. Так, капаем немного белого лака на крышечку. Берем дотс, кунаем его в лак. Для начала берем много, чтобы нарисовать форму лапок. Такими вот разводами рисуем небольшие две лапки. Вот лапки готовим, снимаем излишек лака с дотса. Это можно сделать на салфеточке. Вот теперь слегка окунаем дотс в белый лак и ставим несколько точечек в виде лапок. Для одной лапки. То же самое повторим для другой. Все легко и просто. Вот так вот две наших лапки готовы. Надеюсь, вам понравится. Кстати, в этом видео я вам расскажу, как легко, просто и быстро сделать вот такие вот лапки с помощью дотса. Итак, нам понадобится белый лак, дотс и палитра или крышечка, куда вы нанесете этот белый лак. Так, капаем немного белого лака на крышечку. Берем дотс. Нам его в лак. Для начала берем много, чтобы нарисовать форму лапок. Такими вот разводами рисуем небольшие две лапки. Вот лапки готовим, снимаем излишек лака с дотса. Это можно сделать на салфеточке. Вот теперь слегка окунаем дотс в белый лак и ставим несколько точечек в виде лапок. Для одной лапки. То же самое повторим для другой. Все легко и просто. Вот так вот две наших лапки готовы. Надеюсь, вам понравится.